В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции было установлено, что ребенок находился на летних каникулах у дедушки с бабушкой. Днем 2 июля в дневное время мальчик катался на велосипеде. Проезжая по проселочной дороге, неожиданно из недалеко стоящей будки выскочила собака, находящаяся на привязи, и она укусила его. Мальчику удалось увернуться от животного, что помогло избежать более серьезных последствий. Придерживаясь забора, ребенок дошел до дома, откуда дедушка и вызвал машину скорой помощи. В больнице ребенку была оказана медицинская помощь. В данный момент мальчик находится под наблюдением врачей.